Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Димон Channel, и я Димон, а это мой канал, а это Контрабанд Полис. Вот смотрите, так, товарищ, в связи с предстоящими, блядь, не успел прочитать, там что-то было связано с Олимпийскими играми. Ну что, давайте начнем. Начнем заиграть эту игру. Так, бег на Shift, все нормально. Так, что ж нам сегодня предстоит? Давайте посмотрим, смотрите, новые ориентировки. Новые ориентировки. А, и еще, вот, мне в ориентировке где-то написали. Не забывайте подписываться, ставить лайк и комментировать. Сегодня мы будем что-то по ходу искать контрабанду, наверное, в больших количествах. Потому что, так как сказали, что-то готовиться надо к Олимпийским играм, хуиграм. Что-то здесь будет такое жесткое. Экс. Паспорт автомобиля. Так, блядь. Кокопник на картах, да, такой читаю. 28 апреля 81 года на территории этой хуйни действуют новые более строгие правила, в соответствии с которыми приезжие должны предъявлять паспорт транспортного средства. Любые ошибки документа должны привести к отказу во въезде. Заебись, мне это нравится. Ну, технический контроль постоянно. Ой, постоянно это понятно. И вот контрабанды. Наверное, в первую очередь стоит, да? На криволову контрабандиста мы обнаружили большое количество лака одного цвета. Цвет машины желтый, национальность королевства Эритреи, разбитая фара. Так, а это у кого разбитая фара? Находящийся в розыске чел, чел банды, так, Абернакл, ускользнул от полиции, так, облава направляется в сторону Карит-Катеда, блядь. По-китайски что-то повреждено, автомобиль фара. Контрабандист номер 13. Так, один из ваших, так, возраст 50 лет, так, заметьте, Бандин сказал, что ему 50 лет, все, пизду. Хорош так долго читать. Опачки, вес, да, неужели он здесь? Ну-ка, давайте-ка его просекем. Сука, ты опять сидишь? Ну, добрый день, козел, ладно, уже разговаривать начал. Ну-ка, можно с тобой? А ты, блядь, короче, ладно, ты только для того, чтобы засаду убивать, да? Заебись, вот неужели вес появился? Помните, у прологи он сразу был. Так, у вас... подожди, если вес больше, я тебя не имею права пропустить. Дороги еще разобьешь, он там. Добрый день, блядь. Так, паспорт. Так, любые ошибки в доках. Все, ошибка в доках, это значит, если ошибка на весах, да? То на 780. Иди-ка ты сюда. Давай, выйдем сначала. Блять, ты меня дверью ударил. Придется, наверное, тебя выписать протокол, задержать, ну, применение физической силы, скорее всего, это. А, да, угу. Запись, все идет. Давай, да, возьмем документы, мы уже сразу пока не можем арестовать, пока документы не взяли, не проверили, блядь, контрабанду всякую. Так, а где паспорт ТС? А, вот паспорт автомобиля. Ладно, давай с этого начнем. Симон, у нас нож кори, блядь. Ну это какой-то этот, француз, видимо, да? Мне так показалось. До завтра пропуск, туризм. Везет свинью в количестве одной штуки. Ну-ка. Пиздец, как у меня быстро эта энергия заканчивается. Надо что-то с этим делать. Максимальный вес 2 тонны 30. А подожди. Один крендель, да, был? Сейчас посчитаю на калькуляторе, сколько ему лет. 50 лет, да, которого надо задержать или обыскать. Сейчас. Ё-моё, калькулятор. 1981 минус сколько? 1957. Блять, ему 24, гляньте на него, нахуй. Или... Слышите, 24, дурак, ты ничего не путаешь нахер? Давай свинью твою проверять, блядь. 24 выглядит, как будто, блядь, 50. Пойдем пересчитывать, блядь. Так, свинья одна, все есть. А в свинье есть что-нибудь, блядь? Может, свинью открыть, посмотреть? Так, а, не-не-не, чел, подожди, рано. Я хочу смотреть все. Осмотреть всю твою машину, понимаешь? Вот в этом же дело. Я должен что-то найти. А что должен найти? Потом должен... О, у тебя бампера нету. Ну ладно, сейчас у нас... Сейчас, блядь. Сейчас у нас не до этого. Не до технического состояния. Ну, шина спущена, ладно, хорошо, что нашел. А где зеркало? Ничего нету.
Не, ну я тебя, конечно, пропущу, если ничего не найду такого нелегального. Но фишка в чем? Экс. А тебе бардачка нету, да? Козел, блядь. Нахер тебе такая машина, нечего спрятать. Ладно, давайте выписывайте мы теперь. Ой, не выписывать, а что там? Ну, предписание, допустим, сделать. Но это стекло он открыл, да, вот видите, есть. Значит, два зеркала нету. Фары на месте. Одно колесо спущено. И нет одного бампера. Так, спущены шины. Нет зеркал. Блять. Нет зеркал. И нет бампера. Но в остальном ты можешь проехать. Так, загрузи свинью. А да. Чел. От Мадуро. Экс. Все, ты готов. Все, едь. Так, давайте разрешим въезд. Я думаю, это идеальный был досмотр. Отлично. Я думаю, это был просто идеальный досмотр. Подожди, а сколько можно максимум... Сука! Ты что, в темноте не можешь, блядь, мести? Иди отсюда, бляха-муха. Сколько у нас? Три заключенных. Максимальное количество... Чё? Сука, развернуть его надо. Где он? Блять, за что? Что? Что не так? Пиздец. Пиздец. Минус 130. Бля, Кыргызстан. Пиздец. Пиздец, это Кыргызстан был. Вот мне неудачный день начался, да? Блять, Кыргызстан. Все, ладно. Так, склад. Заключенный 3 из 3. Блять, ну надо тюрьму, наверное, расширить, да? Сколько денег? Так, вместимость 3. Обновление сколько? Ну, бля. Ну ладно, надо что-то ж обновлять. Пиздец, я без денег остался. Надеюсь, сегодня... Так, выключить. Надеюсь, сегодня удачный день будет. Нихера себе! У меня пристройка какая большая стала. Ху-ху-ху. Сидите, черти. Так, выключим свет, подожди. Выключим, погнали. Это просто Алис. Я просто вот 130 штук просто вот просрал на месте. Так, желтая шестерка. Две куры есть. Съебал с машинами. Значит, я не должен пропускать с Кыргызстана, да? Давай, если ты с Кыргызстана, все, тебе вот просто там нехуй делать. Акаристан, ладно, уже хорошо. Паспорт транспортного средства, ладно, давай смерим. Заебись. Прекрасно, мне это нравится. Ух, номер паспорта. Блять. Блин, все у тебя так вот, блядь, правильно, да? 41-й, 81-й. Ну это понятно, ладно, 45. А кто нам надо, ему... Кто нам надо, ему сколько? Ему полтинник, да? Так, пересчитаем куриц. Раз курица, два курица. Так, куры, у тебя нету там это самое, того нету, да? Контрабанды у куры нету. Это обычная проверка. У тебя на кадыке что-то есть. Баловался где-то. Блин, надо номер машины сверить. Пиздец, я... Ага. Ура, ваша работа. Я делаю свою работу. Я делаю свою работу. Что ты мне будешь указывать, как еще делать, блядь? Пизду. Напрягает, да? Такс. Все, куру есть. Так, загрузи мы это дерьмо, короче. От Мадуро. Блин, нашлись, указывать, да, мне будет? Что, будешь еще указывать что-то, блядь? Давай, проверяем, мало ли там... Мало ли там где-нибудь, нахуй, накосячил, у тебя есть что-нибудь для меня. То, что я могу найти благодаря ножика.
Так, блять, вроде бы все нормально у него. Фара разбита. Позвольте, что у вас здесь, блять, ничего, чисто как, блять, как пиздец, как младенец, да? Значит, у тебя, сэр, разбита фара. Колеса не спущены. Видели, когда это самый свет выключил? Как будто колесо приподнялось. У тебя только фара разбита, слушай, все. Подожди-ка, мне надо номер проверить. Номер автомобиля! HWQ, ну-ка. HWQ 4251. 4251, да. Сука, козел. А, подожди. Сколько максимальная нагрузка? 1280. Козел, блядь, чистый, блядь, просто чистый, как твой свитер. Подожди, разбита фара. Разбита фара. Все. Хорошего дайна! Я знаю, иди, все, гуляй. Блин, у меня уже блокпост расширяется, круто. Разбита фара. Блять, разбита фара, мне пиздец. Ну, а не, ха-ха, я так и знал, я просто, просто на всякий случай предостерегся. Так, На службу по нататель. А кого я забыл, кого это не пропускать? Ладно. Следующий. Блин, надо вот, мне кажется, заключенных, скорее всего, надо будет отвезти. Вот, желтый автомобиль. Есть желтый автомобиль. Наводка, да? Смотри, так, разбита фара, водитель. Колеса РК. И вот желтый, да. Вот он, желтый автомобиль. Давай, ты это самое, отсюда. А что в него? Подожди. Блять, память просто изи. А, так. Накрыв логово контрабандиста, мы обнаружили... большое количество лака одного цвета. Пиздец, непонятно. Хуй с тобой, давай. 3900. Сюда мне документы. 3900, надеюсь, ты с превышением. Ух, козел какой. Ну, проверяем. Блин, а, гляньте, у меня заканчивается уже этот, как называется... выносливость заканчивается. Так, так, так. Опачки, несоответствие. Номер. А, не, ой, 288-5ТВ, да? Ну, здесь уже ты по-любому, так, корова. Ты в количестве одной штуки? В количестве... Она, подожди, она что, из камня выточенная, что ли? Странно. О, гляньте, это что такое? Главное, только про это не забыть. Кто-то контрабанду в запасочке спрятал. Ха-хай! Но я думаю, на одной запаске все это не закончится, да? А чего под капотом у тебя нету? Ё-моё, должно быть под капотом. Кого-то мы арестуем сейчас. Как я заметил запаску, я просто вот... Ух ты, ё-моё, надеюсь, у ножика жизни хватит. Ха, иди сюда, кокаинчик. Опачки. Беглец задержан, я его задержал, суку! Теперь разберемся дальше. Блин, ну он бы все равно был бы мертвый. Так, Рендель, давай-ка ты здесь пока не надо. Потом тебя как мусор уберут. А обыск тела. Блять, чего ты пустой? Всего лишь пустой, да, был?
Блин, очень волнуюсь. Я надеюсь, что-то... Ага, аптечка. Есть! Кокаинчик, еще один хороший кокаинчик. Опачки, секунду. Я надеюсь, нашел все. Теперь с обычным светом посветим вот сюда. Фух! Сработал хорошо. Идет еще один желтый. Mm-hmm. Так, убери вот это говно, пожалуйста. Оно нам не надо. Все, на улице темно. Я, получается, устал. И чтоб меня сейчас сверять, патроны для пистолета, чтоб меня сейчас все сверять, мне потребуется или вручную это все делать, ну, самостоятельно, или идти спать. Идти спать еще рано. Еще мне надо ножик купить. А, у меня еще один есть про запас. Хорошо, я, что его в запас купил, да? И посмотреть надо, сколько... Блядь, сколько стоит расширить склад. Дом стоит расширить 600. Я тогда буду лучше высыпаться, в принципе. А, склад стоит расширить 750. Угу. Не сильно так много получается, да? Вот у нас расширений. Что это было? Ну, в принципе, хватает. Что-то, вот, блядь, вот будешь ты работать или нет? Да? Неважно. Неважно, это я сказал. Погнали. Блядь, у тебя что, свет здесь включен? А где, кстати, свет включается здесь? А, правильно знает козел, что надо выключать свет. Это у нас что такое? Опачки. Блин. А чё так сидишь? Блин, это мешок какой-то у него был. Подожди. Ты это видел? Бля, как цыган прямо ездит. У вас есть что-нибудь на продажу? Так. Пачка сигарет. Пачка сигарет, туалетная бумага. А это что такое? Мешок картошки. Стиральный порошок. Это же я ему могу продать или что? А, ну, продаю. Это он продает, да? Блять, подожди. Инвентарь. Блин, у меня нет чего продать. Если что-то не так, то, наверное, в комментариях, пожалуйста, пишите. Опачки, глянь. Хер он у меня проедет. Ну, понятно, здесь же так ошибка будет. Вот номер паспорта надо, наверное, проверить. Есть. А тип машины, ну ладно, вот тип машины, где мне узнать правильный тип? Так, это у нас нормально все. Вы видите, уже медленно полоска идет, потому что все, челу хочется спать. Ну, значит, надо идти проверять груз изначально. Изначально вес 3980. Козел, блин, а все у тебя пока нормально, кроме одной херни, да? Что мы выяснили. Бля, однако быстро я разгружаю, да? Это симулятор грузчика еще одновременно, похоже. Сразу посмотрим, чтобы мне, да, вот здесь вот найти или не найти. Стрелка, смотри, видишь, стрелка? Стрелка туда. Где-то здесь что-то есть для меня. Для меня что-то спрятано в обшивке, видимо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, чего-то там 7, я не знаю. 8, 9, 10. 11. Пусто. 12. Ха, тоже пусто. 13. Пусто. И 14. Что 14, хер узнает. Тоже пусто, блядь. Но все равно, мне кажется, надо вот с этим... С ультрафиолетом надо, блядь, посмотреть. Боюсь, толчок заглядывать с ультрафиолетом. Ладно. Аба, чё вот этот нельзя открыть крышку? А, блядь, это мой работник, хер с тобой. Козёл, вот все у тебя, вот все у тебя нормально. Ну я-то тебя все равно не пропущу, у тебя же это самое, как называется? У тебя в документах неправильно.
Да, имя, фамилия у тебя неправильно. Помимо этого, будем смотреть что? Будем смотреть контрабанду. Ага, разбита фара и... Номер правильный. Разбита фара, шина разбита. А есть в шинах наркотики, контрабанда. Внимательно, вот запаска, вижу, в запаске что-то было, наркота, да? Помнишь это? Зеркало есть, а подожди, а стекло? Стекло на месте, если оно, конечно, только не разбито. Зеркала нету. Ху-ху. Ну, это мы открывали, ну мало ли. Ну, короче, ты уже по-любому не пройдешь, но мне надо свою работу сделать полностью и хорошо. Бля, голова закружилась даже. Блять, а разве в 66-м же не вы, V8, а не рядная восьмерка, да? Ну, они загнули. Так, закрывайте. А эти двери закрывайте. Ладно, все, делаем опись. Короче, одна фара. Смотрим, да? Одна фара, одна шина. И одно зеркало. Так я понял? Не понял. А, да. Одна фара, одна шина и одно зеркало. Так, одна фара, одна шина. И одно зеркало. Теперь, что я тебе хочу сказать. Как бы тебе это аккуратно так сказать? Хуй ты у меня проедешь, сэр. Да нормально, блядь. Нормально, там одна ошибочка всего лишь, блядь. Даже в школе за одну ошибку ничего не делал. Ты меня-то, блядь. Ой, блядь, еще один. И получается, я сейчас буду просто невнимательный. Потому что у меня закончилось это, как называется, умение все блюдить в документах. Давай, $130, $130, $130, давай. А что не так? А что не так, подожди. А, тип автомобиля? А где, блядь, мне его смотреть, тип автомобиля? Ну ладно, хорошо. Так, ты все, ты здесь, ты готов? Сразу твою букашку, блядь. 660 килограмм. Отдайте. Давай, выйди-ка ты нахуй. Оборот. Сколько та машина без тебя будет весить? А, ну ты все равно на платформе, блядь. Пупочки. А, не, я не слушаю. Все, уже дневные расходы подошли к концу, да? Ну, получается, не так уж и много и мало денег осталось, правильно? Правильно. Давайте высмотрим что-нибудь. Все, я сейчас уже не могу сверять, видите? Все, меня мигает. Будем так. Карим Гул. Блять, номер паспорта YE. Так. Что, блять? А, регистрационный номер, пизду. Так, номер паспорта. YL53, S3TP, все. 18 декабря 81 года. Все нормально здесь. Туризм, блядь. Слышь, турист, блядь, что ли? Машина микро 26D. Ну, судя по всему, она микро. А как мне узнать ее название? Где вот название вот автомобиля? Номера UAE 2635DF. UAE 2635DF. Блядь, ну у тебя все нормально. У тебя все нормально. А, подожди, ты... Ты откуда? Блядь. Ну, подожди, рано радоваться. Надо сначала... Что, сука, ты сказал? Блядь. Подожди секунду. Что ты, блядь, сука, сказал? Ничего не найду, блядь? Ничего, нахуй? Не мешай досмотру. Без протокола досмотра. А что я не могу залезть? Все. Я так, оказывается, все эти потрачу. Все патроны и все. Меня с преступниками есть чем будет сражаться. О! А, здесь ничего. Назад, блядь. Он так, смотри, он так круто назад пересаживается. Такое ощущение, как будто
Я вешу хуйню, вот ровно, ровно хуйню. Акристан, акристан. Но его придется пропустить. Его придется пропустить, потому что все нормально. Кстати, в запаске есть, блять, я думал, в запаске будет контрабанда. О, шина спущена. Блять, зачем я сюда сел? Да ё-моё! Ты мне мешаешь, блядь, пройти. Значит, у тебя что-то будет. У тебя что-то есть, козел. Нет. Ладно, в итоге, что мы делаем? Мы тебя пропускаем. Но у тебя спущена шина. Одна, да? И все есть, как бы. А, у тебя заднего бампера нету, да? Спущена шина, нет заднего бампера. Хорошо. Спущена шина. Нет бамперов, нет бампера. Так, все, ты проезжаешь. Ладно, ты там, блядь, не обижайся на меня, на подушке стреляла, потому что ничего страшного нету. Просто успокойся, сука. В следующий раз будешь спокоен. Так, вес автомобиля тоже все нормально. Надеюсь, я сейчас вот полностью все на отлично $30 получу. Блять, только пускай скажут, что там что-то не так. Я, если что, на всякий случай держу. Вас повысили. Нет, меня повысили. Всего лишь надо между ног пострелять, и сразу тебя повысили. Так, кто эти, какой-нибудь генерал-лейтенант, нахер, да? Давайте посмотрим. А, разбито окно. Забываю я про окна. Блять, ну заодно меня и повысили. В принципе, на этом можно уже начинать, как говорится, начинать заканчивать. Будем заканчивать следующую серию. Я не знаю, что будем делать. Давно что-то мы не увозили этих заключенных. Я, наверное, это сейчас и сделаю, потому что жрать нечем. А пока вы не забывайте подписываться, ставить лайки.